Закончился первый раунд в красном владыке мастер спорта Абылбеку Иргин, Кыргызстан. 1991 года рождения, боксом, занимается 15 лет. Счет боям ведет. Десятикратный чемпион Кыргызской республики, четырехкратный призер чемпионатов Азии. Тренируется под руководством Юрия Гавы и заслуженных тренеров Кыргызской республики Акайката Абаева и Тулубанулу Даниэра. Yeah.
закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Самандар Джалолов, Узбекистан. Ему 19 лет, боксом занимается 8 лет. Самандар провел 75 боев, в 68 одержал победу. Призер чемпионата Узбекистана 2022 года. Тренируется под руководством Руслана Телебаева. Unanimous decision. Boxer.